Вы знаете, в чем ужас современного образования? Не только в России. Да, кстати, на ходу запомните, только в России вообще не существует. Это ложь и выдумка. Все хорошее и плохое, что есть в России, есть и в Америке, и в Англии, и в Германии. Только в России это выдумка людей, которым выгодно, чтобы все было только в России. Понятно?